талант. Понимаете, это самый, на мой взгляд, один из самых талантливейших игроков мирового хоккея. Причем самородок, понимаете, вот как он из Кирова Чепецка, понимаете, такой талант, который занимался саморазвитием. Например, вот он заливал там у себя в Кирове Чепецке под фонарем лед вот такой, значит, вот так вот, ледочек, знаете, небольшой кружочек, и отрабатывал бросок. Почему у него вот этот вот бросок, понимаете? Потом он вот все это, что ему вот давали, он все время это сохранял, потому что у него вот это был такой, знаете, инстинкт игрока, звезды такой. То есть мы, например, я еще тогда был тренер, там мы, значит, это вот это и аэробная тренировка, и там и мы бегали, там это тест Купера, и с утра по всему этому. И вот потом, знаете, как вот он, вот у меня вот осталось в памяти. И потом я как-то с утра просыпаюсь, и вот там на заряд побежал, а и команда еще спит. И я так смотрю, кто-то бежит. Кто-то бежит, потом, бог ты мой, Мальцев бежит, а он уже чемпион мира, все, понимаешь, Мальцев бежит, значит, с массажистом. То есть он уже, вот уже половина команды закончила бегать, там, значит, там летом отбегать, а он продолжал это делать, потому что он знал, ему это нужно, понимаете, насколько он был вот здесь восприимчив. Потом по таланту, вот я тоже, у меня тренерский такой, знаете, как вот из Шепляни, блин, это все. Силовое единоборство. Вот мы сейчас там должны вот эти, должны их научить, там мы должны, вот эти ребята должны быть отважны в этой борьбе, вот эти упражнения такие мы подбирали. Я думаю, ну так, и вот смотрю, думаю, ну кто же здесь в этих единоборствах самый лучший-то? Но он же будет Мальцев техничный, он вообще одаренный, это вообще, я даже про это не говорю, что это звезда мирового уровня, значит, за ним. Ну и понимаете, я вот посмотрел, в этих единоборствах он лучший, понимаете, настолько вот у него это чувство, чутье дистанции, чутье, знаете, как вот это водки, все, и умение столкнуться, когда, и все, понимаете, и вот он оказался и вот в силовых единоборствах вот, был лучшим, понимаете. То есть это, в общем-то, талант, это врожденный, но выработанный, потом его отношение к тренеру. Вот я его вспоминаю, или вот кто-то, вот как-то, знаете, как он жил. Так парень-то простой, откровенно говоря, так, без особого образования, так, знаете, как. Но вот эти тренировки, это клюшечки у него все обмотаны, все вот такие. Шнурочки у него, он еще и постирает свои. То есть он выходил на тренировку, он как на праздник. То есть его, в общем-то, вот эти тренировки, и он сразу забывал, это вот они с Халамом они напоминали мне, тот, как, знаете, вот как Валерка, его выпустили, вот, знаете, жеребенка весной или летом на поле, и вот он, значит, его задрал и помчался, все, он все забыл, он в игре, так и вот Мальцев тоже, а потом он же был, его же за ним Бесков бегал, чтобы он пришел в футбол, он же в футбол играл, мы же как вот, мы жили в футбол и хоккей рядом, и вот Лев Иванович Яшин, мы ему, значит, после тренировки, значит, мы постучать. И Лев Иванович бросался, значит, в этот угол замечен, в другой угол, значит, а мы эти хоккеисты били. И за ним же Бесков бил, потому что это он его хотел. Но Аркадий Иванович его не отдал. Он остался в хоккее. То есть, понимаете, то есть по своему таланту это, в общем-то, конечно, необычный. Необычный игрок. И за ним еще Николай Семенович Эпштейн. Царство ему небесное. Он его привез из Кузнецка в Воскресенск. Они с Воскресенском поехали там играть со шведами, и он их там накрутил, он забил или три, там, значит, еще мальчишка совсем, понимаете? И там вот Виктор Васильевич Тихонов съездил за ним в Кирово-Чепецк и успел его, значит, привлечь в «Динамо», понимаете? Я хочу поздравить Мальцева вот с его праздником, с днем рождения, потому что это, в общем-то, знаете, вот эти... Они, я не знаю откуда, это вот такие, понимаете, вот, они вот такие любимцы народа они были, знаете, вот это, он как бы свой. Вот Валерка Васильев у нас был, знаете, как, это тоже свой, понимаете, как,
Ну, выпьет немного, ну и что? Ну, это вот эти свои ребята, вот знаете, как вот Харламов, это все были вот такие своих, вот народ их любил, понимаете, как из-за мастерства, из-за всего, и даже за внешний вид, понимаете, как они вот себя вели, знаешь, у них такой артистизм внутренний. Я тебе скажу, конечно, это, я вам скажу, конечно, это уникальность, это уникальность этих ребят.